Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэм, и мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». Приступим. Так, ну что, ребята, для начала мы давайте посмотрим, есть ли у нас задание. Инструкторы смерти. Есть! Ха-ха. Так, смотрите, опять этот старый пердун здесь. Монах. Так, якудзы. И опять же на выбор. Не, ребята, в любом случае я пойду. Обязательно нужно сходить. Нам не хватает совсем немножечко. А до чего нам не хватает? Ну, наверное, вот до этого ящика. Так, погодите, надо еще кое-что глянуть. У меня же вроде бы здесь уже что-то активировалось. Так, нормальный сундук. И что нам здесь достанется? Да ладно, ничего хорошего, жаль. Так, через 6.40 будет сундук бесплатный готов. Я надеюсь, что в нем что-нибудь хорошее нам выпадет. Ну что же, давайте пройдем, наверное, с вами все-таки ежедневочку вот эту вот. Инструкторы смерти, погнали. Ух, была не была. А что была не была, ребят, порвем их, да и все. Главное следить вот за этим монахом. Так, у кого сейчас отнимут оружие? Блин, у Хилки, ну почему? Хилка мне нужна, у нее рез, ребята. А без посоха, точнее без своего микрофона, она ничего не сможет сделать. Ну естественно отравление вешают. Ну как же? Ничего другого абсолютно не знают, ребят, кроме как вот... Иди отсюда, старикаша. Ты уже достал, на самом деле. Так, ребят, не будем с ним тут долго играть. Давайте вот так вот его. Хоп-хоп-хоп-хоп, расстреливаем. Я вертушку, естественно, делаю сразу же. Бой схватит его в мусорную тюрьму. И сделаем, пожалуй, капсулы. Так, хилка у меня... Повесит защиту дополнительную на заключенного. Эй-эй-эй-эй-эй. Вырвался все-таки, а? Все-таки он вырвался. Ладно, зря он, конечно, так радуется. Блин, а нет, все. Так, выходит бой, ребята. Бой, дополнительный персонаж. Это, кстати, очень плохо, что именно бой выходит. Ладно, попробуем взять право... О, это же мой, ё-моё, чё я делаю? Вон же вражеский-то. Ну и вообще, это же надо так чудить. Так, подожди, подожди. Я уже что-то, ребята, тут запутался. Значит, на кого? Блин, где моя хилка? Где хилка? Срочно хилимся. Так, заключенный, давай бомби. Так, этого дурачка надо схватить, ребята, в тюрьму. Все, вызываем капсулы. И, пожалуй, отстрел делаем. Так, он сейчас будет там валяться у нас, нет? Не валяется почему-то. Ага, все. Так, тихо-тихо, что-то тут... Да отойди ты, пожалуйста, отсюда. Все на стрелка он метит, гад, а? Ты посмотри. Давайте расстреливать его потихоньку. Нет, куда ж ты стреляешь-то? Нужно за всеми, ребят, смотреть. Так, опять монах хочет у меня на хилку. Ну, как видите, он промахивается. Так, дайте-ка я защиту на нее повешу. И знаете, что будем делать? Вот сюда вот выставляем боя и лазером бомбим. И уводим, естественно, хилку мою. Так, это что у нас тут? Блин, тут бочки. Ты посмотри, он докопался. Он просто докопался до моих ребят. Этот монах. Ладно, мы делаем еще отхил. И смотрите, у боя здесь совсем, у вражеского, я имею в виду, здоровья осталось мало. Я думаю, что пора с ним завязывать. Да, он готов, ребята. Да и монах, в принципе, тоже отдуплился. Ну что же, довольно легко. На нормале мы проходим без каких-либо проблем. Получаем 150 голды баксов и сундук среды. Сразу же я его буду ставить на разблокировку 6 часов. В принципе, они, что этот сундук откроется, что вот этот, практически в одно время. Так, давайте-ка посмотрим, что мы можем с вами. Так, ну таланты вряд ли, а вот усилить можно что-нибудь попробовать. Давайте-ка... Кстати, вот у меня на заключенного вообще не выходит, не выпадает шлема. Да, и раскачать я не могу, к сожалению, блин. Хорошо, попробуем тогда у моей хилочки. Да, рапира есть. Кстати, рапиру надо глянуть. У меня же вампир, у него... Вот такая вот. А сейчас мы глянем. Так, 125, пробивание плюс 5.
Ага, тут скорость атаки плюс 5. Ха. Так, атакует всех врагов поблизости, нанося урон 210% и выпивая 15% их жизни. Вот так вот. А здесь атакует всех врагов поблизости. Так, подожди, то же самое, что ли, у них? А, вот, смотрите, превращает в группу неуязвимых летучих мышей, которые свободно перемещаются в течение 7,5 секунд. Мыши наносят урон 80% всем врагам, которых касается, и замедляет перемещение цели на 10... Ого! Нифига! Стой! Я не буду, ребята, продавать ее и разбирать не буду. Вы представляете, если 7,5 секунд будут у нас по полю летать мыши, наносить врагам урон и замедлять их еще на 10%. Круто, надо будет это обязательно посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, а мы с вами, пожалуй, плавненько будем переходить уже на основную сюжетную линию. И это у нас... Так, подожди, где у нас район номер 6? Фу, была не была, погнали. Секретная база. 1. Ну, давайте посмотрим, насколько она секретная и кто здесь. Оу, смотрите, как где мы находимся. Секретная база, а народу здесь как будто это какая-то улица, причем довольно оживленная. Да что вы прицепились-то, а? Да мои хилки сразу же лезут к ней. Так, тихо. Еще и на стрелка прет. Ну-ка, иди отсюда. Тебе здесь не рады. Давай-ка мы вот так вот схватим. Нечего ему тут выделываться, выеживается он мне. Мы, ребят, с вами дойдем до босса и посмотрим, кто у нас там. Правда, мне в комментариях, по-моему, если я не ошибаюсь, Женька Щеглов все расписывает, все рассказывает. Наперед, как говорится. Вот, ладно. Все равно, в любом случае, спасибо ему. Как бы... подготавливают меня к самому худшему. Так, давайте-ка сюда бомбанем. И я думаю, что сейчас вертушка у меня падет от самого заключенного. Эй, киборг, робот, иди отсюда. Вот, сам себя там взрывай потихоньку. Пока вроде бы неплохо, да, ребята? Никакого криминала здесь нету. Все здоровенькие. Сейчас мы ниндзю шибанем. Он упал. Так, по-моему, здесь... Ага, вот она. Хилка пряталась, телепортировалась. Ну ладно тебе, вы... Вот, вот, ребята, амбал идет. Все, с амбалом пошел у меня разбираться, естественно, мой заключенный. Так, якудза там бросает свои сетки. Ну, это на боя попадает. Воу-воу-воу, куда это он? До хилки домогаться пошел. Этому не бывать, ребята, этому не бывать. Вот так, раскидаем здесь. Этого подбиваем, якудзу. Так, куда они все это? Куда это они все рванули? Эй! Хилочка, родная моя, ты смотри-ка. Они все на тебя. Вот это вот зря, конечно. Так, вертухан пошел. И сразу же мы еще сделаем небольшой отхил. Стрелок, давай, добивай этого бандита. Так, а ты, заключенный, у меня с этим амбалом должен расправиться. И желательно как можно быстрее. Готов он там, нет? Я думаю, в принципе, сейчас он отдуплится. Но это еще не все, как я погляжу. Будет еще волна. Так, якудза. И стрелок здесь же, да? Ладно, сделаем вот так вот. Отлично. Так, стрелок будет у меня расстреливать. И я выпускаю еще молнию отбоя. Молния сработала. Так, подожди. Якудза хочет тарануть. Черт бы его побрал, а. Оу. А ну-ка. Так, смотри-ка. Куда он прет, а? Мимо. Вот баксы мы поднимем. Что ты там со своими петлями, ё-моё? Раскручивают уже. Так, заключенный, давай. Тут амбал по твою душу. Надо с ним разбираться. Так, тут еще якудза. Делаем провокацию, пускай они все идут туда. Этого мы откинем стрелком. Так, тихо. Ага, не задели, все отлично, ребята. Я делаю неуязвимость.
На заключенного. Ты смотри-ка, что они творят. Якуза пошел у меня за стрелком. Ладно, пора вертушку делать. Вертушка пошла. Хилочка моя родная встает. Так, стрелок, смотри, там лежит пуха. Давай-ка мы ее поднимем. Ну и, пожалуй, будем расстреливать. Давай этого амбала сейчас пришибем. Блин, робот идет. Робот идет, это плохо. Это очень плохо, надо его сбивать. Хилка, отойди, пожалуйста, оттуда. Делай на себя защиту. Сюда мы делаем тюрьму помойную. Выпускаем молнии. И давай массовый выстрел сделаем. Тра-та-та-та-та. Короче, всех сейчас. Нет, не всех, ребят. Не всех. Стрельба. Так, заключенный, у тебя есть? Да, у тебя есть вертушка, уже готова. Сразу же сделаем подхил. Стрелок, что ты у меня там тупишь, а? Давай-ка вот этого вот амбала с ног собьем. Сделаем также капсулы. Я сказал, капсулы сделаем. Ага. Все, хорошо, ребята. Ну что же, разбираем этого амбала. Хоть бы он был последний. А я почему-то сомневаюсь, что он последний. Да. Ну что же, ждем очередную волну. Где она? Сразу начинает этот сетки свои раскидывать. Давай, иди сюда, амбал, ты мне нужен. Я буду вас всех тут наказывать своей вертушкой. В это время я выпускаю молнии. Вон того стрелка надо обязательно, ребята, схватить, чтобы он тут не расстреливал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай, дожимай-дожимай-дожимай. Да ё-моё. Вот так тогда сделаем. Так, этого надо нам подбить. Потому что у него могут быть какие-нибудь плюшки вкусные. У варюги-то у этого. Ну, добил ты его, не добил? Да что ж ты не можешь добить, что ли? Во, все. Да, прыгался, доездился он здесь. Так, бой, а ты подбери пока баксы. О, тут даже гемы лежат. Так, погоди, погоди, погоди. Давай-ка мы сделаем защиту. Куда они? Все на нее, что ли? Все на хилку прут? Да, ребята, все идут именно на нее. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Выпустим молнию, все. Молния сейчас прокатится по всем. Этих надо, ребята, растолкать. Черт, я что-то запутался, ребят. Я не знаю, за кем тут смотреть. Ну, знаешь, по-моему, нужно нам хилиться. Стрелок будет сейчас у меня стрелять. Так, ниндзя вот этот вот упадет, нет? Должен упасть. Угу. Робот не добежал. Подожди, подожди, броник не нужен хилки. Эй-эй-эй-эй-эй. Заключенный, ты хотя бы предупреждаешь, что у тебя мало здоровья? Чтобы я за тобой, как говорится, смотрел, контролировал тебя. От этих всяких вот невзгод. Смотри-ка, бакс это... Оу, тихо. Так, заключенный, опять твой выход. Смотри, два робота. Два робота, ребят. Ого. Давай тогда защиту повесим на тебя. Этого мы сейчас откинем. Плюс ливень из пуль. Так, 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 так. И надо вертушку, ребята, делать. Вертушечка пошла. Оу, боя сбили все-таки. Боя сбили. Мы здесь подхиливаемся. Так, что же мне сейчас делать? Смотри, ё-моё. Ой-ой-ой, хилку бьют. Ребята, мою хилку бьют. И она ничего сделать, к сожалению, не может, потому что... Все, вроде бы выдержали. Делаем также неуязвимость на нашего заключенного. Так, стрелок, давай, вся надежда на тебя. Вот сейчас, в данный момент, именно на тебя. Отлично, все сработано хорошо. Ты смотри, 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 куда полетел этот мелкий робот. Туф, готов. Фух, ну вроде бы как справились мы здесь. На ранг С как минимум тут тянет, ребята. Я считаю, что все-таки здесь хорошо мы прошли. Да. И получаем 254 доллара и плюс 2 гема. Плюс перчатки, восстанавливающие перчатки законника. Ну, продвинутый сундук 6. Так, у нас место еще для двух сундуков. Это как раз мы здесь сейчас пройдем. Потом у нас будет босс. Так что, ребят, давайте, наверное,
Побежим. Кстати, 1594 бакса. Давайте-ка я кое-что гляну в талантах. Потихонечку, потихонечку, ребята, развиваю свою чародейку. Так, на недопре... 2500 нужно. Да, еще нужно тысячонку накопить. Ладно, все это мы накопим. Ну и вампир тоже. У него 4800. Блин, обалдеть. Так, боксер, ты мне пока не нужен. Хилочка моя, по-моему, полностью прокачанная. Ну, за исключением, конечно, вот этих вот. Так как оно... А, вот же еще тут. Блин. Кстати, она же у меня с микрофоном ходит. Это как раз для нее. Так, да подожди ты, я ничего не хочу обменивать там. Да. Стрелок, блин. Ё-моё, Тати, сколько тебе еще нужно, а? Жесть, ребята, еще очень-очень много нужно долларов, кристаллов, чтобы прокачать. Хорошо, но пока я вот на усилении все сижу. Все хочу как-то усилить, но почему-то вот эти вот не могу впаять. У меня вот, смотрите, дробовик есть этот. Куда это впендрюкать? В синие шмотки, по идее, вот синяя шмотка. Сюда должны, но они почему-то не подходят. А почему? Пока не пойму. Можно развить, ну понятно, что можно. Нужные материалы. Ах ты. Подожди, нет, нифига. А что ж тогда нужно? Хм, смотрите, хпшки сразу, блин, на 20 пунктов подросли бы. Ладно, хорошо, будем тогда выбивать еще шмотки, уже потом их вливать. Жаль. Ладно, поехали в бой. Не будем здесь долго задерживаться. И что тут, кто тут? Опять мы с вами, секретная база. Дубль 2. Да-да-да, конечно, сетками он там на меня раз... Даже двигаться не буду, просто на одном месте, ребят, стою. Так, подожди, только вот здесь вот надо, конечно, неуязвимость поставить. Ай, собьет машина. Хорошо, срочно хиляемся. И делаем защиту. Весь акцент у меня, ребята, на хилке и на заключенном, потому что это основа. А вот эти вот стрелки, это уже вспомогательные, ребята, у меня. Как говорится, боевая единица. Давайте вот этого амбала захватим. Потому что пока у меня заключенный, например, бомбит определенную цель, и хилка, как говорится, накапливает себе на отхил, эти ребятушки потихонечку бомбят, помогают, как говорится, нашим ребятам. Так, иди отсюда, ты уже достал тут. Так, а вот это вот толстяка надо будет еще немножко вот так вот прижучить. Так, хорошо. Ну куда ты разогнался, а, робот? Куда ты вот идешь? Делаю неуязвимость. И давайте-ка вертушку, да? Да, самое то. Воу, хилок-то здесь сколько вражеских. Мне это не нравится, молния вперед. И все, и не осталось ни одной хилки. Так, я и не понял, кстати, вот что это за энергетик. И вот этот вот гамбургер, что он дает? Не разобрался, ребята, если честно. Так, куда этот якудза собрался? Оу, тихо. Робот, 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 робота мы откидываем. Так, делаем провокацию полностью на себя. Вот сюда встаем и подготавливаем вот этот вот мега-луч. Нормуль, все хорошо. Также вот поджарим. И как раз, смотрите, вертушка у меня подходит, подходит. И пошла, 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 родная. Ну, да как этот чмошник смог пробить-то? Я не понимаю этого. Тогда еще один луч на дорожку им. Ага, вот оно что, значит. Когда эти охламоны лежат на земле, на них урон почему-то не действует. Странно. Я всегда думал, что действует. Ну, выходите, где следующая партия? Ага, вот они явились, не запылились. Сейчас, сейчас, сейчас мы его накажем. Сейчас все будет хорошо. Ты куда собрался-то, а? На стрелка, что ли, тянешь? Так, заключенный, подожди. Мне не нравится, как у тебя здоровье сейчас быстро улетучивается, поэтому нужно делать отхил. Так, ладно. Подожди, помойная тюрьма нам пока не нужна. Выпустим молнию и неуязвимость, да, вот так вот оно будет лучше. А теперь, блин, вертушку, давай вертушку делаем, фиг с ним. Как раз откат произойдет. Пока все целенькие, все здоровенькие, накопили себе энергии.
И приступаем дальше разбирать. Вот сюда вот бросим. Дождь из пуль. Так, заключенный. Блин, опять у тебя мало здоровья. Что за фигня? Почему тебя так быстро разбирают? Не было такой раньше проблемы у нас. Так, хилка, давай мы на тебя сделаем защиту. И сразу переключаемся на заключенного, делаем провокацию. Все, эти охламоны сейчас сюда сами к нам подойдут. А я в этот момент вот этих двух архарсов зажарю. И выпущу еще молнию. О, как хорошо молния погуляла. А теперь уже делаем вертушку. Да? Вот так вот у нас все, ребята. Тихо, ты куда это? Отойдем, 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 ребята. Да еще и поможем ему. Так, опять амбал. Опять амбал идет, а? Давайте быстренько. Вот так вот. Хорошо. Тут у нас стрелки, блин, со всех сторон, а? Что же сделаем? Делаем, наверное, капсулу. И заключенный пока ничего не может сделать у нас. Хилка, естественно, хилит. Куда это он разогнался? Я что-то не понял. Эй, якудза, ты куда это побежал-то? Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Ты у меня там держись, блин. Кто по тебе там бомбит-то, я так и не понял. Стрелки, что ли? Точно, ребята, стрелки это дело делали. Ты посмотри, он у меня практически на грани. Давай срочно хилять. Фу. Успел. Обалдеть. Вот тебе, ребята, хоть он и мощный, да, но стрелки его разбирают. Ты разогнался, амбал. Мне не нравится ход твоих мыслей. Давай вот этих вот сейчас быстренько разберем и здесь еще и поджарим. Но, получили свое, молодцы. Так, бой, давай-ка молнии выпускаем. Опять у меня заключенный бедный страдает там, а? Бедный, что-то... Да, ребят, вот если бы мы ему прокачали бы полностью куртку... Тихо, куда ты там прешь? Куртку плюс шлем, согласитесь, у него бы по ХП очень хорошо бы тогда выходило бы. Так, и было бы, наверное, намного проще, чем это сейчас у нас происходит. Черт, я не могу, ребят, даже сконцентрироваться на постановке речи, потому что постоянно приходится в голове обдумывать каждый свой ход, что я должен сделать. И при этом его еще озвучить. Так, ладно. Давай-ка мы, наверное, вот этих вот расстреляем по-быстренькому стрелков, потому что они, как вы знаете, очень много наносят урону моему заключенному, а он мне сейчас нужен, как никогда. Так, здесь мы подхиляемся. И, пожалуй, так, амбал, иди отсюда. Что там, опять этот ворюга, да? Ворюга пришел, ребят. Пришел ворюга. Я выпускаю тогда молнию. И будем стрелком расстреливать. Есть, вот это хорошо, ребят. Смотрите, сколько... Сколько вкусняшек тут лежит. Все заберу, все. Так, амбал, иди отсюда. Так, стрелок, подбери, пожалуйста, вот это все. Так, руки это не для тебя, это у нас для боя. Сейчас мы поднимем эти перчатки. Перчаточки мы обязательно возьмем. Так, возьмем в тюрьму, чтобы этот робот нам не мешал. И будем делать вот тут вертушку. Сразу сделаем подхил и защиту на хилку, потому что я смотрю, уже якудза к ней прет. Уже прям бежит, блин, сломя голову. Давай-ка вот так вот сделаем дождик здесь. О-о-о-о, не надо, не надо, не надо на хилку здесь. Все, он не успел, по-моему, да, ребята, он не успел. Якудза, как говорится, отдыхает. Стрелок у меня побежит за баксами. Неуязвимость мы вешаем на нашего заключенного. И, пожалуй, сделаем провокацию. Так, погоди, погоди. Вот теперь прыгай. Молния, жалко, конечно, что не в полном объеме она у нас сработала. Ну и это куда это вы тут, а? Эй, маленький дронок, как вы помните, да, ребята? Они довольно сильные, мощные. Не стоит их недооценивать. Хоть они и маленькие, разбираются легко, но... Да, мы прошли этот уровень, ребята, и я надеюсь, что на ранг S. Ну-ка, S. Отлично, почти 300 баксов и 4 гема. Плюс
Пронзающая дубина самбо. Редкая. Так, сундук получили. Ну что же, секретная база 3 у нас, ребята, на кону. Фух, тут у нас босс будет. Черт, я даже не знаю, что ей делать-то. Так, у нас тут ничего такого хорошенького не продается. Не продается, к сожалению. Так, ну что ж, давайте тогда будем смотреть, наверное, что там у нас за босяра. Рогалик мод. Да, погнали, ребята. В бой, секретная база 3. Еще Тати мне надо, конечно, как-то... Оу, оу-оу-оу-оу. Так, дракон-толстяк у нас здесь, да, я смотрю. Так, подожди, 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 я немножко даже... Так, амбала мы сразу сюда выкинем. Что, он хочет дубину бросить, да? Позабыл, ребят, позабыл я тактику. Да и лети ты отсюда. Так, вот так, мы сделаем, короче, вертушку. Подхилимся обязательно, ребята. Да что там такое-то, блин. Стрелок, уйди, ты что, не видишь, что ли, тебя там... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Черт, поймали. Блин, да что ж такое-то. Очень мало здоровья. Делаем, короче, неуязвимость на нашего заключенного. Успел он, нет? Что-то я даже не посмотрел. Так, подхилим, разбрасываем их в разные стороны. И давайте вот этого вот толстяка, наверное, разбирать в первую очередь. А этот там все дубины бросает свои, да? Ну да, так и есть. Давай вертушку. Так, отойди, стрелок, пожалуйста. Хилка, ты у меня подготовила хил? Почти, почти подготовила. Оу, черт, сейчас хватит. Схватил, к сожалению, он боя. Да уйди ты отсюда, блин, а. Шокер, ты меня достал уже. Блин, ты посмотри, что происходит, ребята. Бой-то уже у меня в отключке. И это плохо. Ладно, я его рисануть-то в любом случае смогу. Так, этого у нас Роджера, блин, восстанавливают. Ладно, пускай пока восстанавливают. А мы разберемся вот с этим вот толстяком. Иначе он нам будет всю жизнь портить. Так, заключенный, я не понял, что за дела? Давай, иди сюда. И начинаем с вертушки, ребята. Сразу подхил. Чё-то там, какая, блин, не было. Вот тебе и не было. Так, отойди, отойди. Ты смотри, докопался, а? Черт бы его побрал. Ладно, будем как-то пытаться, ребят. Я не знаю, где стрелок у меня. Стрелок в углу, бедный, зажался. Оу, нет, нет, да как так-то? Да почему бой-то, блин, ожил, а? Мне нужен был не бой, мне нужен был... Да. Да, ребят, короче, тут надо переигрывать. Я уже просто-напросто сбился со счету, сколько уже попыток, ребята. Ладно, давайте еще разочек попробуем. Берем, короче, провокацию. Сейчас мы будем их наказывать, я надеюсь, в последний раз, ё-моё. Я уже чего только уже не пробовал, блин. Так, я уже даже, ребята, попробовал раскачаться, шмотки заточить. Ничего не помогает. Так, главное, как можно быстрее мы с вами убиваем этого толстяка. Вся загвоздка именно в нем, он мешается, черт подери. Но этот Роджер тоже, блин, дает, как говорится, просраться, потому что он постоянно свою дубинку бросает именно в моих ребят. Вот поэтому приходится контролировать
И о-о-о, вертушка. Ай, куда? Кого схватил? Кого схватил там? Ай, боя, боя. Ладно, пока терпимо, ребята. Выкинули его нафиг. У нас есть два чувачка, которые делают отбивающий удар. Это, естественно, заключенный со своим прыжком. И не забываем про снайпера, который стрельбой своей именно прицельно сбивает врага. Это очень помогает, когда захватывают цель или нужно сбить обязательно какой-нибудь каст. Так, тихо, тихо, давай, давай, давай его в тюрьму, в помойную, все. Пускай пока не... Так, заключенный, блин, стрелок, конечно же, стрелок, у них вертушка. Так, ребят, ну что, вроде бы уже все хорошо. Швали лишней здесь нету. И теперь давайте уже будем потихонечку брать вот этого толстяка в оборот. Тихо, 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 нет. Фух, успели, успели убрать, ребята. Блин, ну заключенного как видим схватили. Так, вот сейчас мы его собьем. И заключенный у нас свободен. Вот так вот, ребята, нам придется, наверное, с вами действовать. Ага, смотри, смотри, вертушку делает. Так, уходим, уходим. Уводим нашу хилку, обязательно это делаем, ребята. Так, черт подери, очень мало здоровья у зэка. Так, уводим его, давайте, в неуязвимость. Фу, 10 секунд у нас пока есть. Я надеюсь, за это время у нас накопится хил у моей хилочки. Так, не будем пока трогать вот этого вот Роджера. Пускай его там чинят. Это сейчас у нас не основная цель. Мне главное как можно быстрее забомбить толстого дядюшку дракона. Так, у меня прыжок есть, но я его не буду сейчас тратить. Так, давай мы, наверное, подождем. Во-во-во, остался немножко, блин, он свою вертушку делает, а? Уводим, уводим, ребята. Сейчас и Роджер на ноги встанет. Но я думаю, к этому времени мы толстяка сейчас с вами... Да что ж такое-то? Вот так вот. Отлично, все. Ребят, давайте добивать. Ух, есть. Но это еще не конец, ребята. Это только начало, начало нашей битвы. Потому что, смотрите, Роджер идет за зэком. Блин, что бы сделать-то? У меня не... А, нет, есть, ребята. Сейчас накопится у меня удар. Так, уводим, уводим. Бой, уйди оттуда, пожалуйста. Так, он уже у нас получил первую трансформацию, да? Хорошо, значит, еще две будет. Как минимум. Блин, давай, пожалуйста, я тебя прошу, заключенный, бомби его так, чтобы он не успевал просто-напросто вставать. Давай, оглушай его. Блин, как-то действует это все через раз. Ну-ка, вот так вот, пускай полежит маленько. И будем его вот здесь вот у стеночки, как говорится, разбирать. Оу, бросает дубинку, уводим, уводим, конечно же, всех. Так, здоровья очень мало, неуязвимость обязательно. Ну что, ребята, видим его сразу уже на починку, а вот теперь будем... делать все. Ай, тут еще эти же, забыл совсем. Да-да-да, ребят, нужно не забывать. Так, вертушка готова. Поехали. Так, вы задолбали мне уже боя там колбасить. Эй, вертушки, блин. Так, что бы мне такое сделать? Давай вот так попробуем. Эй, сейчас заколбасят моего боя. Блин, давайте так усилим его маленько. Так, прыжочек. Нафиг я его сделал, этот прыжок. Он все равно бесполезен на данный момент. Так, вот этот уничтожаем. Нет, он не уничтожен. Ну, ребята, пока он лежит. Оу, хорошо, хорошо, мы его пропечатали. Так, отходим. Блин, надо срочно его хилять. Так, хилка, отойди, пожалуйста. Не видишь, там дубинка летит. Что у тебя? Блин, а тебе никак сейчас не похилить. Так, луч. Луч мимо, ребята, идет. Луч идет мимо. Все, я на коне, ребят, неуязвимость я получил. Сейчас у меня вертушка еще как раз подойдет. Куда, 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 куда? Неужели успеет? Нет, наверное. Блин, оглушил все-таки, а. Ладно, ничего, ребята, не беда. Главное, что он здесь один. И теперь нам просто нужно следить вот за полетом электрической дубинки. И, естественно, в первую очередь за хилкой. Потому что хилка может рисануть один раз. Потом очень долгий будет откат. И я не хочу, как говорится, пропустить этот шанс. Вот так мы сделаем с вами. Так, скоро у меня будет отбивающий выстрел. Так, бой, 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 уйди. Так, в помойную тюрьму его. Ух, пока вроде бы все идет ровно, все хорошо, ребята. Но поверьте, такое у меня уже не в первый раз. Все, он пошел трансформироваться. Давайте, ребята, как можно усиленнее будем сейчас бомбить. А, я забыл, что эти постоянно вылетают. Блин, надо было мне дурочку кинуть битой, провокацию взять на себя и в этот момент уже бомбить всех. Да, так было бы лучше. Ну ладно, прозевал так прозевал.
Тем более все равно львиная доля крутится возле заключенного. Не забываем это, смотрим, контролируем его. Так, чтобы здоровье было полностью. Нет, надо немножечко. О, блин, опять не так. Да что ж так? Во, вот сейчас надо бомбим лучом. Ну. Так, сколько у него капсул? Ага, две осталось, последние. Ну, успеем, нет? Эх, не успели. Не успели, ребята. По-моему, две капсулы еще осталось у него. Ладно, фиг с ним. Отойди, отойди, стрелок, отойди. Бой, тоже уйди. Ух. Блин, оглушил он мне. Хорошо, что у меня заключенный был в неуязвимости, ребята. Это его спасло. Иначе вот от этого шокера, который он до этого делал, было бы все. Кранты, финиш. Поэтому на будущее надо запомнить, чтобы ставить всегда неуязвимость. Потому что он начинает фигачить. Сейчас после этой трансформации, если мы его доведем, будет просто жесть. Надо будет очень быстро реагировать на все. Ну, постараемся, постараемся справиться с ним. Ох, хорошо, как он получил. Так, и главное теперь, чтобы мой заключенный его ронял как можно чаще. Так, давайте вот так вот, наверное, еще звезданем. Ну, давай, 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 давай. Сейчас он упадет, ребят, сейчас упадет. Нет, не падает еще гаденыш. Все, ребят, он чистый киборг стал, терминатор, блин. Давайте, последние вот эти две капсулы мы быстренько с вами попробуем. Блин, опять эти летят, а. Все время они летят. Есть, все, капсул больше нет, ребята. Осталось только лишь его разобрать. Применяем все. Подожди, что это? А-ха-ха, смотри. Опа, а что так быстро-то мы? Ребят, мы ему даже не дали отхилиться, вы представляете? А, все, я понял. У него не было капсул, поэтому он оттуда быстро слетал. Вот оно в чем дело. Но в любом случае, ребята, мы с вами прошли на этот раз вообще замечательно. Смотрите, полностью, без потерь, полностью у всех здоровья. Это ранг S, как минимум, да, 208 бакинские получаем. Пронзающий фиолетовый ядовитый тати получаем, плюс револьвер. И, так, у меня не хватает. Ну что ж, придется, наверное, открыть вот этот вот сундучок. Что мы там получим? Ага, 20 очков, 20 жетонов. Кстати, 20 жетонов. Насчет жетонов. Мы же можем... У меня же, по-моему, уже 400, если я не ошибаюсь. И, наверное, мы сможем с вами открыть этот сундук, который нам дается, по-моему, вот здесь, если я не ошибаюсь. Так, здесь у меня все забрато. Так, смотрим, сколько он стоит. 400. А у меня как раз 402 монеты. Да, естественно, надо покупать, но прежде чем его брать, мне нужно освободить опять место. Так, хватает, хватает у меня, ребята, этих 20 минут. Давайте 5 гемов тратим. Что нам там достается? Обычный синий микрофон, но он нам не нужен. Так, ребята, да, надо брать нам сундук, да, однозначно. Давайте заходите. А где он у нас, по-моему... Так, а нет, я все правильно делал. Вот здесь он, да. Так, где? Магазин. Он стоит 400. А что еще тут можно взять, а, ребят? Ну-ка, давайте-ка глянем. Нет, больше ни на что не хватает. Ну что же, берем сундук. За 400 монет. Он уже у нас будет в активе. Дойдет до него время, обязательно его активируем. Да, все ячейки забиты. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. А тем более тут осталось совсем немножко. Район 6 подходит к концу. Но будет еще и 7. Так что всем пока и удачи, ребят.